Лампа дневного света. У меня там еще перед этим два других ролика было записано. Ну, такие чисто тестовые. Но я уж них не буду закидывать. Это людей бомбило от того, что я макароны ела в последнем хавчике на камеру. А тут может совсем забомбить, как я тестирую микрофон или каким образом я обычно тестирую микрофон. Вот у меня есть этот персик. Вообще у меня есть со вчерашнего дня арбуз, но я никак его еще не отрежу. Меня сегодня прокомментировала подруга со своего аккаунта, но так как я отвечала через уведомление, то я даже не глянула на что там имя, фамилия, потом прочитала, думаю, блин, а это же вроде как по ходу дела отнулось на канал, потом намылась. Смотрю, это действительно моя подружка зарегалась под своим именем и своей теперешней фамилией замужней. Я сейчас тут лампу, ну, нашла там, значит, лампа дневного цвета, лампа... Ну, лампа накаливания и лампа дневного света, еще какая-то там дневной свет, еще что-то. Вот смотрю, короче, тут вот просто это рябь идет немножко. С одной стороны, вроде как вау, супер, а с другой стороны, ну, просто на эту CGCam C100 не было нормальных обзоров вообще. Очень мало. Но так, в принципе, нормально, звук реально хорошо пишется. Может, конечно, ну, это вот где-то оно в более другом статичном состоянии будет. Оно не будет так вот это, как вот там, трястись. Но все равно за 10к я бы сейчас не осилилась себе покупать, потому что как бы отсутствие поддержки финансовой. И с другой стороны, тут еще кошку надо стерилизовать. И это вполне возможно, мне 1000 в 3 в итоге вылиться с косметическим-то швом. Боксик, кстати, очень интересный. Ну, такой вот. Я думала, что тут камера вот так вот конкретно. А это вот оно реально так полностью закрытый. Водонепроницаемый стопудово. 100%. Так вот. Опс. А потом вот так вот. Опс. Во. Я сейчас залью, короче, этот ролик, и вы там скажете, как вам это вообще. Качество так далее в комментах. Вы можете и побольше написать, у кого там это, то все негатив только, видите. А так вообще я буду рада адекватным комментариям, что и как вам. Ну, помимо того, что тут слегка рябит, вот, не знаю, как на улице будет, но я потом все-таки на улицу выползти. Но я что-то так это, как бы... Как анимешники говорят, вот эти озвучники даберы с момента нацию с Fairy Tail, я как-то воспылала. На самом деле я так подумала, может еще одну камеру такую потом купить. Но только уже C+. Потому что, ну, на 4К, которая там, конечно, стабилизация уже намного круче. Но она вся электрическая. Электронная, пардон. И этот, ну вообще я хочу посмотреть на сайте, как у них там прошивки есть вот на эту камеру или нет. Сейчас тут 1.3 какая-то там, не знаю. И что делает эта прошивка? Так как делать прошивку, я уже поняла. И вообще я как бы наказала эту самую, блин, звать-то ее как? Забыла. Самсунговскую флешку почти заказали на Вайберис на завтра. Ну... На 64 гига, но нашла у себя маленькую флешку из-под какого-то допотопного, ну, может быть, из предыдущего смартфона на 16 гигов силиконовая, силикон в смысле называется, фирма. Я думала, что там у меня какие-нибудь фото, видео, она реально с телефона, ну, в общем, сбэкапнула ее на внешку и на винт, на компе, форматнула на винде, на ноуте и вот сюда засунула. Тут еще кодек H265, вот у меня на 264 или как. Ну, короче, на обычный для меня сейчас вот можно попробовать записать на другой кодек.